Этого события в Шымкенте ждали давно. Начался второй сезон музыкального проекта «Шымвойс». Место встречи изменить нельзя. Ресторан «Чинзана». Сегодня будет первый тур. В первом туре участвуют 6 участников. Компетентное жюри из 6 участников-конкурсантов должны выбрать 3 участника для в полуфинал. А теперь посмотрим, как готовятся сами участники, ну и, конечно же, как проходит второй музыкальный сезон проекта «Шымвойс». Пой на всю страну! Двери в самом гостеприимном заведении «Чинзана» открываются сами. Здесь уже доносятся звуки музыки. Посмотрим, как идет подготовка. До выхода участников первого тура музыкального проекта «Шымвойс» осталось всего несколько минут. Рузан, можно туда зайти? Думаю, что да. Думаете, надо? Да, уже пора. В каждом туре по 6 участников. Жюри выбирает 3 конкурсантов, но у жюри есть возможность выбрать еще одного участника. Ну, дать шанс. Участники готовят по 3 песни. У каждого репертуар разный. У кого-то оперные песни, кто-то поет Пугачеву. Уже в следующем туре выступят 6 участников. Каждый из них также подготовит 3 песни. А уже в финале победителя ждет 300 тысяч тенге и возможность спеть со звездой российского шоу-бизнеса. Спонсоры проекта – компания «Билайн», сеть магазинов «Рахмет» и ресторан «Чинзана».